новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Нет таких систем, которые смогут защитить нас, в случае, если такое оружие будет развернуто против нас. Теперь Пентагону нужно срочно разрабатывать такое же оружие. Гиперзвуковое оружие полностью меняет расстановку сил. Поэтому для нас очень важно обладать им. Как скоро мы сможем развернуть подобный комплекс? Я думаю, что мы сможем разместить гиперзвуковое оружие до 2023 года. То, что делают русские, это сдерживание 17-летней агрессивной американской войны против мира, основанной на лжи, начиная с самой большой лжи под названием 9.11. Неоконсерваторы и неолибералы-маккартисты – настоящая проблема. Они хотят войны с Россией и Китаем. Молодец, Путин. Больше никакого западного хулигана. Возможно, просто возможно, если бы мы не продолжали размещать базы прямо на границе с русскими, они не построили бы столько ядерного оружия. «Авангард» служит не только для сдерживания, но и для того, чтобы предупредить самоуверенных и самопровозглашенных мировых правителей Запада проснуться и вернуться к реальности, что насилие – это не способ жить в мире и согласии. Россия была гарантом мира, США – это зло. Нужно дружить с Россией, и нам не нужно НАТО и США. Молодец, Россия! Путин, вы должны остановить этих психопатов на Западе. Сохраняйте равновесие, сохраняйте мир». Похоже, Россия значительно опередила Соединенные Штаты по уровню технологии гиперзвукового оружия. Спасибо, президент Путин, за защиту мира от воинствующих лживых американцев. Мир доверяет России гораздо больше, чем американцам. Американцы тратят на военный бюджет 15 раз больше, чем русские. Может быть, будет дешевле нанять русских для защиты США и НАТО? Молодец, Россия, у вас есть наша немецкая поддержка. Благослови вас Бог и с Новым годом! Я думаю, это хорошо, что у России есть эти технологии. Я чувствую себя более безопасно. Они не будут атаковать ни одну страну, в отличие от США.